Всем привет, меня зовут Ирина, я являюсь руководителем отдела развития компании ЗСК «Сфера». И сегодня мы с вами находимся в 45 километрах от Калининграда, в национальном парке «Курская коса», в парк-отеле «Маяковский». Отель четырехзвездочный, с большой территорией. И хотим мы сегодня провести вам небольшой обзор на этот отель и также на наши сферы, которые стоят в этом отеле. История отеля начиналась всего лишь с двух корпусов, деревянных срубов, вот таких вот больших. Потом уже постепенно обрастала. И на сегодняшний день это три больших корпуса и комплекс апартаментов. И не так давно, а конкретно 2 года назад, в связи с присоединением лесной территории, было принято решение собственниками этого туристического комплекса открыть еще две сферы, которые называются здесь глэмпинг. Мы сейчас проведем небольшой обзор по всей территории, а потом заглянем обязательно в наши сферы. Отельный комплекс пользуется большой популярностью круглый год, потому что здесь есть 2 подогреваемых бассейна, также есть спа. Бассейны и спа не включены в стоимость проживания, и есть отдельно стоящая и отдельно бронируемая гостями баня. Территория очень большая, зеленая, красивая, и также вдоль всего побережья проходит широкий променад, где летом открывается тротория, это дополнительный пункт питания. А еще на территории отеля на сегодняшний день действуют 2 ресторана, один нацелен на такие морскую рыбную кухню, а второй он более мясной и как бы новый, очень концептуальный. И обязательно посмотрите его фотографии и небольшой обзор от нас. Еще раз напомню, что мы находимся на Курской косе. Отель расположен видовым своим расположением в сторону Балтийского моря. Здесь довольно широкий песчаный пляж. И вдоль побережья отелем сделана променадная зона и такая как бы своеобразный солярий, где стоят шезлонги, зонтики, бунгало, небольшие такие пляжные, в которых очень комфортно можно расположиться. И также на пляже есть еще детская площадка и спортивная площадка. Она как раз тоже находится рядом с глэмпингом. Это нововведение отеля, которое они открыли 2 года назад вместе со сферами. Парк-отель отличает очень большая, красивая, зеленая, ухоженная территория. Просто эпитетов можно подобрать бесконечное множество, потому что территория действительно очень красивая. Везде стоят какие-то арт-объекты, шезлонги, зонтики, кресла какие-то. Они тоже смотрятся как арт-объекты и размещены на такой очень красивой зеленой территории. Причем арт-объекты, они все не просто так, они вплетены в историю как бы самой Курской косы. Вот, допустим, здесь мы видим скульптуру Неринги. По легенде, именно она создала, насыпала Курскую косу для защиты побережья от большого шторма. Комплекс апартаментов представляет собой таких 2 здания отдельно стоящих, у каждого апартамента свой вход, и это все территория отеля. Ресторан «Лес», мимо которого мы тоже прошли, вы видели, замечательный интерьер, замечательная музыка ненавязчивая, очень красивая, качественная подача блюд и внимательный персонал. Вот это отличительная черта этого парк-отеля. Отель очень внимательно относится к маленьким гостям. На территории отеля мы насчитали уже 3 детских площадки. Помимо детской игровой комнаты закрытой, в ресторане обязательно есть стульчики, детское меню. Также предоставляются коляски. В номере тоже есть все для малышей. Площадки очень комфортные, удобные, расположены в разных частях отеля, что как бы не создает такой скученности. Можно развлечь ребенка, как бы отвлечь на разных площадках, которые ему не надоедают. И вот мы с
вами зашли на такой лесной участок, который тоже принадлежит отелю. Он действительно лес, тут очень красивый. Все деревья пронумерованы, их пилить нельзя. И, соответственно, как бы капитальное строение здесь невозможно. И поэтому отелям было принято решение, полученные денежные средства, субсидия на открытие глэмпинга. Это был тестовый такой вариант, и нужно было открыться в сжатые сроки, быстро, ну и, соответственно, без активных шумных работ. Поэтому собственники приняли решение расширяться именно сферами. Были поставлены две сферы диаметром 6 метров, запущены буквально в течение нескольких там месяцев, да, потому что внутреннюю отделку заказчик делал сам, соответственно, санмодуль, вы обязательно сейчас его увидите. И еще была запущена сфера диаметром 8 метров, площадью 50 квадратов. Сфера используется как йога-зал для проведения мастер-классов, ретритов. И также там иногда накрываются какие-то небольшие камерные мероприятия. Фуршеты, небольшие банкеты, да, когда заказчики хотят именно уединиться, там, провести какое-то небольшое мероприятие, день рождения, может быть, детский праздник, даже в непогоду. Сферы уединенно стоят в лесу, они отделены дюной от моря, имеет собственный выход к морю, собственную лесенку. Кстати, про нее я вам тоже отдельно расскажу. И окна сфер направлены в лес. Я думаю, что вы слышите, какое тут стоит сейчас пение. Птицы поют бесконечно, листва, зелень. Но это просто такая лесная сказка получается. Две сферы диаметром 6 метров, каждая стоит на собственном подиуме с террасной мебелью. Также, если гости бронируют от двух ночей проживания, то им еще дополнительной услугой предоставляется надувной джакузи, который также ставится на подиум, и он подогревается, бурлит, ну и такие водные процедуры могут люди получить. Поговорили мы с администратором, сферы пользуются большой популярностью, в основном здесь заселяются пары, мало с детьми, да, потому что все-таки детская территория – это больше на территория отеля, где апартаменты находятся. Вот. А здесь любят это именно местечко уединенное такое, камерное, парочки. Но в сферах, мы сделаем небольшой рум-тур, как вы любите всегда, есть третье спальное место на санмодуле, что тоже не мешает сюда заселиться паре с ребенком. Белые сферы на черном каркасе с черными нащельниками, внутри серая стежка, такой необычный сочетание цветов, но довольно гармонично сюда вписалось. Вот такой вот санмодуль, ребята его сконструировали сами. Образуется зона небольшая прихожей, сантехнический блок непосредственно, санузел, где душевая кабина, раковина, унитаз. Очень удобная лестница на такой мансардный, да, этаж, где расположилось дополнительное спальное место. Основная кровать, она находится напротив окна. Я думаю, что вы можете сами убедиться, какой тут прекрасный, красивый лес. И прям лежа на кровати, на трехъярусное окно, позволяет им полностью любоваться. Удобное зонирование здесь позволяет сделать. Высота санмодуля почти до самого верха. Соответственно, вверху получается довольно высокий бортик. Небольшая кухонная зона, где есть все необходимое для четырехзвездочного номера. Кстати, сертификация на эти сферы тоже получена. 4 звезды. Смотрите. Особенность Курской косы в том, что море отделено от леса, от отелей, от вообще всяких жилых зон, вот такой вот дюной. Оно довольно высокое, поэтому приходится строить лесенки, чтобы можно было переходить, подниматься на эту дюну и, соответственно, спускаться к морю. А особенность зоны, где стоят сферы, в парк-отеле Маяковский, в том, что ребята здесь решили сделать
пандус для маломобильных граждан. Этот пандус такой имеет довольно сложную конструкцию, да, потому что дюна поднимается на высоту больше 3 метров. И, соответственно, чтобы можно было удобно ее преодолеть на коляске, либо на ребенку с коляской, когда мамочка, да, хочет прогуляться по променаду. А вот здесь вот этот как раз пандус и оборудован. Очень удобно. Детки здесь бегают, ходят, поднимаются маломобильные граждане. Ну и, соответственно, это становится доступным для них побывать на побережье и прогуляться по променаду. Поднявшись по променаду, да, потом можно по нему уже спуститься, человек сразу же оказывается на пляже. И еще есть еще дополнительная такая зона, терраса. Она оборудована спортивной площадкой, детской площадкой дополнительной. Также здесь шезлонги, ну, такой своеобразный солярий в летнее время. Ну и, конечно же, спасательная станция, потому что мы с вами находимся на пляже. Все пляжи здесь сертифицированы и, соответственно, работают по всем правилам. Я знаю, что вы все любите не только технические особенности и технические моменты, но также все мы с вами про цифры. Поэтому узнала специально для вас, какой АДР и какая загрузка у сфер. 2 года работают ребята. На этот год среднесуточная стоимость номера – это порядка 16 тысяч по году. Это даже дороже, чем номера в основных корпусах. Можно сравнить с апартаментами. По загрузке они тоже показывают очень высокую загрузку. Это порядка 80% по году. И администраторы сожалеют, что их всего лишь 2. И очень ждут еще расширения. Ну, а мы с вами показали, как можно в действующем объекте быстро расшириться и стабильно получать высокую загрузку. Поэтому ждем вас за сферами.